Я поражаюсь твоєму спокійствию. Я не поняв. Знаєте, кожного разу, коли Рома вмикає GoPro, знімай відео, і я ніколи не знаю, що він там хоче розказати, тому я трошки іноді в шоці. Я поражаюсь вашому спокійствию. Вашому теж. В чому заключається? Ну, у меня складывается впечатление последнее время, что доживаем мы последние дни. Я вам когда-то снимал видео про ядерное оружие, про то, что оно есть и оно будет применено. Ну, а сейчас разворачиваются события, смотрите. Ром, не лякай людей. Китай, что Тайвань, Косово. Такое впечатление, что все сдурели. А что значит налякай людей? Я теж дивилась, але зберігати спокій все одно потрібно. Ну, вот поэтому я и удивляюсь вашему спокойствию. Ну а что ты робиш? Ты обсуждаю не тему. Обсуждаю тему. Не, не спокоен. Ну, в душе я не спокоен. А в душе никто зараз в Украине не может быть спокойным. Так я больше скажу, во всем мире. Во всем мире. И в России тоже. Теж от з виду хтось там бачить, що я спокійна і посміхаюся, ніхто не бачить, що там внутрі в мене. Тому спокою немає. До сих пор хтось думає, що буде на дивані все це час сидіти, жувати попкорн і наблюдати, то це час потихоньку пройде. Дай Бог, звісно, щоб все вирівнялось і прийшов на всю планету мир, тому що ви бачите, що відбувається. И реально страшно, потому что страны зацепляются те, которые имеют возможность уничтожить просто жизнь на планете. Планета-то останется, понятно. Кто-то останется, какое-то время будет мучиться, кто-то погибнет сразу, если применится вот именно ядерное оружие. Не нагнетай. Не нагнетаю, мы обсуждаем эту тему с вами в комментариях также. Я не хочу. Я к чему подвожу? К чему я подвожу? Об этом думать понятно, что не стоит, потому что можно сдурить. Это именно тот случай, когда, наверное, мы ничего не сможем поменять, как вот многие там говорят. Что мы сможем поменять? Да, скорее всего, уже поздно. Вам надо было менять раньше, когда вы выбираете к себе во власть старых маразматиков. Вот это вы могли бы поменять. Вовремя там выйти, рассказать, сказать, что. Да мы ж тебя не выбирали, а вы ж молчите. Вот, а сейчас та ситуация, когда да, уже жопа. Уже реально подходит жопа все ближе, ближе и ближе. И сейчас именно тот случай, когда чудо только должно спасти страну. Чудо. Если раньше можно было рассчитывать на какие-то переговоры, договоренности. Сейчас договариваться, в общем-то, не с кем. Потому что я смотрю, старость... Это в натуре не радость. И для мозга тоже оно совсем не радость. И вот если все устаканится, если наступит мир, то я только за то, чтобы законодательно, ну во всех, наверное, странах, ну по крайней мере я буду за, чтобы в нашей, на законодательном уровне приняли решение, чтобы старше 50-55 лет не допускать людей на высокие посады в стране. Да я даже и не буду лезть туда. После увиденного всего, что происходит, что какие решения принимаются вот этими людьми, нужно понять, что это старый человек, да, к старости, там говорят, уважение должно быть у молодых. Но если ты стар, то лучше мудрствуй дома, там на диване, возле телевизора, семью свою. Краще нянчить внуков. Или так. Но вот эти все решения, люди, понятно, что старческих болезней очень много. Старческий маразм никто не отменял. Вот это еще и тем более, когда сидит долго, то он думает, он в натуре считает, что все, он властитель всей вселенной. Захотелось ему взад, и он тянет всех взад, не спрашивая этого. Хотят ли люди взад, хотят ли люди... Там в этот Советский Союз. Та ні, людей там так убедили, що вони хочуть. Вони да, хочуть, ну не всі, бажають. Ну от напишіть в коментарях. Ну неужели, неужели чоловік, который розвивався, который все знает, что все в мире завязано,
Что, неужели ты думаешь, что он хочет изоляцию получить, что он хочет вернуться вот взад, когда за «Жигулями» стояли очереди, годами люди, да. Когда за квартирами стояли люди годами в очередь, невозможно було купити. Я теж цього не розумію, як цього можна хотіти, але коли я читаю коментарі, то в мене просто шок, мене таке враження, що там усі значить, нормальні так. Люди не пишуть. Дивися, воно йде чудо. Ой, господи, куди ж ти вилізло? Просто випил. Випил і випил, ходить, погода гуляє по городу. Соответствует, дождик, грех не випить, як говорять, смотришь в окно і... Ні, просто собі біди зробить. Погода шепчет, требує. Ну от к чому підвожу. Живіть зараз, наслаждайтесь життям, ні в чому собі не відказуйте по можливості, ну хто може? Хто там може? Да вот, хотел это купить сегодня, а, наверное, отложу на завтра. Вы поймите, что завтра уже не может быть, может не быть. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Вот тут не может быть или может не быть. Ты же забалакался на те. Да. Может не быть завтра, потому что обстановка на планете, даже не в стране, ни в одной, ни в другой, а просто обстановка на планете. Я вірю, що все буде добре. Старі маразматики регулюють. Вони помруть, і все буде добре. Регулюють мир на планеті. І куди не кинься. В Китаї ж теж, я так розумію, там этому Сіндзіньпіню теж ж, мабуть, уже під сотку. Напишіть в коментарі. Я не знаю, взагалі ніколи в політиці і в тих всіх нерозумне тут. Це зараз, що війна, і ми це переживаємо. Да тут не треба довго розбиратися в чому-то це. Просто спросіть, скільки років чоловіку, тому, второму, третьому, тому 80, тому 80 чим-то, тому під 70, тому теж. Вони як мудрі, що? Вони як мудрі які сови. Мудрі? Які мудрі? Там уже больні, просто болезнь. Ну, у кожного своя болячка в мозгу. І дуже страшно, що вони вирішили за всіх. Один решил за всех, что хочет взад, и все со мной взад пошли. Он их вообще ж успокоил, сказал, что в случае чего они все попадут в рай. Дуже добре. Все согласны и сказали, окей, применяй ядерку. Це вже секта якась. Применяй получается. Ядерное оружие, мы готовы. Мы готовы с тобой идти в рай. Где нормально. Написано, покажите, что вы попадете в рай. Где бумажку? Выписал он вам бумажку, что гарантию, что вы попадете в рай. Так не все ж хотят, все кто-то хочет пожить, у кого-то дети есть еще. У кого-то кто-то хочет вырастить детей, нормально воспитать. Поэтому я к чему и веду, что выбирать нужно людей, которые имеют перспективу к жизни, желание жить. Те, кто уже пожил и не хотят жить, и ему терять нечего, то вот вам ситуация. Вот вам ситуация. Он решил за всех, что все вместе с ним попадут в рай. Что жить уже не хотят, потому что ему уже, у него уже жизнь проходит, заканчивается, да и у вас тоже. Независимо, 20 тебе лет, 25, 30. Все решено, все. И очень страшно, когда имеется ядерное оружие и решается жизнь вот на всей планете, потому что это уже не в масштабах там какой-то страны, а на всей планете. Поэтому, яке в тебе бажання? Яке в мене бажання, щоб був мир, я хочу жити в мирі, я хочу, щоб не стріляли. Давай к другому бажанню сразу. К другому бажанню. Курка-гриль? Ні, це не основне. Я люблю копчений гус. Рома, ну ти ж знаєш, що ні, я люблю м'ясо, да, дійсно, більше, ніж цукерки. Все. Але... Бачите? Але... Що потрібно для щастя? Ні, це не зовсім щастя. Потрібно. Ні. Я хочу, щоб ми зрозуміли, що щастя – це, щоб ніхто не хворів. І зрозуміли, що таке, як ото бажають, мирного неба над головою. Раніше ми не розуміли цієї фрази, зараз ми дуже її розуміємо, на жаль. От і все бажання. Тому залишайте свої коментарі, у кого які бажання, мрії. І по можливості здійснюйте. Здійснюйте по можливості, у кого є можливість. У кого немає, ну, у кожного своя мрія. Да, приділяйте уваги один одному. Будеш мені приділяти. Побільше. Побільше. Потому що ситуація от така. І всі це розуміють. Некоторые не обращають внимания, мабуть,
Наверное, уже нет таких людей, которые не обращают внимания после последних событий. Да, до речі, зараз дивимось, переглядаємо свої відео там, де ми могли подорожувати, цим наслаждалися, нам це подобалося. Зараз, на жаль, цього нема, остались спогади відео. Я все одно сподіваюся, що це все повернеться і ми знову будемо подорожувати, вам це показувати. Зустрічатися з вами. Я вірю в це. Да, ми багато з кимось зустрічалися. І так на вулиці десь в іншому місці, коли йшли і до нас підходили. Нам завжди приємно з усіми. Головне, щоб був мир. Знайомитись і спілкуватися. Щоб був мир і злагода в країні. І вже на всій планеті. Всім удачі, підписуйтесь на канал. Пишіть, обов'язково оставляйте коментарі. Общаємося з вами в комментариях, желательно с адекватными людьми, не желательно, а ну, нужно всем уже быть адекватными, перестраивать свой мозг, переключать, фильтровать, чистить, лечить. Бажаю всем миру, самое главное в данный момент, усім. Всем пока. До следующих видео.